держим за изломанный крест на набережной Волградской. Вчера вечером поднимался с набережной, увидел вкопанный крест на набережной и взял, сломал. Как вы его ломали? Ну, оперся на него, сломался. А зачем вы это сделали? Там люди ходят на набережную, приезжают люди. Зачем кресты вкапывать в землю? Так он был на набережной или в другом месте? На набережной. А что еще было рядом расположено с крестом? Избушка какая-то. Когда делали, не думали, что такое, нет, правильно? Не думал.